Ты можешь не говорить куда. Стой. Теперь ты за мной. Если там будет выше твоя колеса, я не еду сразу. Цепляй его сразу на шнуру, чтобы не убежал. Ты едь туда, я за тобой еду. Ну, давай. И так уже 2 месяца у них стоим. И Андрюха бежит пешком там, за вами. Конечно, а что, на горбунке вот, а то? Да, нет, ну, давай, ты штурманишь мне. Хорошо, штурманю. Павло, я верю в тебя. Будет растаиба. Чтобы я тоже ехал, даже если он не проедет. Ну да, да, он скажет, я ж попробовал, да? Ну да. Я ж старался, скажет. Не, стой, я говорю на камеру, если он проезжает, я еду, если он не проезжает, я смысл ехать. Согласен. Контент набивается всеми мыслями, силами. То есть, ну, глянь, как-то. Мне пришлось полна заставлять, чтобы он сюда ехал. То есть, о, я могу там проехать. Смотрите, я нашел это. Как это называется? Траекторию. Это они тут это с Леней. Это они с Леней тут боролись. О, нет, это. Надо ходом. Ходом скажу ему в рацию. Не, может разобьет. Не копаешься. Да. О, не, не копай! Все, Павло застрял. Да, вот так бесславно. Слышишь, Валера, все. А ты сейчас рядом его наказываешь. Да ко мне надо. Рядом, Валера, давай быстрее вставляй, пока его не выняли. Решил сесть по-взрослому. Паша, там твердая дальше, еще! Ну и нормально. Челлендж тут был бомба против самурая. Теперь челлендж бомба против Нивы. У них даже цвет одинаковый. Сейчас Валера, я думаю, сможет показать нормальное. Нормально. Экшен. Вот он. Валера точно свалил, наверное. Видел в сторону троещины. Вот там по полю пролетел. А не, Валера тут. Нашелся. Валера, давай! Андрюха, отходи, отходите. Валера тут сейчас будет ехать. Валера, машина серьезная, я думаю, может и проехать. Павлу двери закрыть, дали команду. Красавчик! Ставил ты почти, Валер. Правильно подсказать. Красавчик! Павло проиграл! Ура! А где ты ездил так долго? Чуть не проиграл. Я размыливал резину. Резину размыли? Да. Я думал, ты на троещину домой уехал. Нет, смотрю. Она была замыленная. Ну правильно, да, так бы не проехал бы, да? А у меня зеленой нет, Павло. Не-не, они уцелели, все, я же тебе показал, правее уходи. Паш, влево руль! Ой, вправо руль! Колеёй теперь можешь попробовать по ходам. Что? День не по той, он выиграл. Меняем. Нет, спецучасток. Меняем. Я ж не против. Если бы ты сменял, Валера, ты пройдешь. Чего это я не могу? Подожди, а что ты решил? Ты что... за мной. Да? Я хотел бы... Отойди, это, у него монтировка в руках, отойди. Я сказал, что я еду по сюда. То есть, И мы договорились. Куда я, туда и ты едешь со мной. С ним лучше не спорь, пока монтировка у него. Положи монтировку, я... Давай, едь! Я тоже выезжал здесь, а Леня здесь. А потом Леня там тоже не доехал.
Ну, я тоже там не доеду. А доедешь, там ты ходом, если возьмешь. Не, он там накопал. Если бы он сказал, что... А ты между его колею, между ног пусти. На метр можно сместиться. На метр считается. Траектория вон до тех деревьев, так что ты проходишь. Павло, признай поражение. Где этот чертов инвалид? Да я чтоб тебя покатать просто, красивое тебе фото сделать. У тебя есть хоть одно фото на Горбатом? Нет, увидишь, я специально тебе старался. Открыть окно, я тебе помогу. Не работает, да не трогай. Не работает? Я думал, только у меня не работает. Не, в Горбуне все работает. Павло, даже колеса подспущенные. Вперед явно видно, зад как-то меньше. Вот и Валера. Кто там спрашивал, где Валера пропал? Есть Валера. У тебя двойной зачет. Ты и туда, и обратно. Бородача дисквалификация. Блин, Нива четко едет, я вам скажу. Сейчас отец Павло сделает победный заезд, как ему кажется. Не, вот до этих, до этой насыпи у тебя траектория. Ходом давай, ходом. Павло пошел. Ну, тут должен, конечно, проехать. Проехал. Чуть легче Нивы. Так, Павло пошел на рекорд. Опа-па-па-па. Вот так красавчик просто, просто красавчик. Просто красавчик, вы видели это? Чуть-чуть назад, чуть-чуть, Валера, хорош! А может и выйдет, сейчас пробьет. Да выйдет. Вырывается кусок. Ну тут не просто так, как кажется на камере. Тут и песок очень. На второй скорости. На второй скорости крутани. Так, что-то завелось, все нормально. Да, тут гребет перед собой конкретно. Гребет, гребет, гребет. Заводись, поедешь уже.
Все хорошо. Могу понять, глохнет. А в аренду можешь дать на кордон съездить? Да. Сколько? Недорого только, если. Баксов в день. Да нет, давай дешевле, ты что, сдурел? Давай по 37. Сколько? По 37. По 37 долларов в день? Да. Тогда подумай. Ну давай. У меня там есть это. Есть кандидат. А если ты ее в Киев не привезешь? Чего я ее не привезу? Эвакуация. Да не, ну мы будем аккуратно ехать. Все, ушел. Так, Павло сидит. Застрял? Он застрял давно уже. Вытягивай его. Блин, я неудачников не вытаскиваю, потому что через трос, сука, может передаться, а вам не надо. Согласен. Теперь ты понимаешь нас, почему мы не берем твой трос в руки. Кто не друг, то есть, блин. Да нет, там друзей. Коломенских три клуба, блин. Львовских три клуба, блин. Одесских не два. Важно, не важно, а что, во Львове тоже три клуба? Николаевских три, блин. Просто Троещинских два клуба только. Какая тебе разница, ты все равно не катаешься. Один клуб не на это катается, другой клуб не на... А, еще Андрюха, третий клуб еще. Три клуба на Троещине только. Этот, блин, Шатал, я ваши Нивы называется клуб. Вообще такое чешет тут, я тебе говорю. Аж фуфайка заворачивается. Бросай Афродо, не послушай. Я понял, что ты за Фродо ушел. Он язык этот самый. Ораторское мастерство подтянул свое. И девки... Блин, а кто это вывалил такой бетонный, эту херню? Я, что ли? Где, где? Ого. Что наелся? Рот не затыкается. Да я тебе говорю, тут едь, проедешь сейчас. Да я и вниз проеду, я же здесь ехал. Ну так там едь вниз. Да нет, проедет. Да проедет. Я же здесь ездил. Да проедет он, я тебе говорю. Да, конечно. Да, там не знаю как. Но мне, да нет, едь здесь. Здесь на Мозаевскую колею не попасть, понимаешь? Если попадаю на Мозаевскую колею, я сажусь. Ну так объедь ее. Ну блин, а кто мне будет за лебедкой тащить? Вот кто? Андрюха. Кто по воде пойдет и сцеплять? Я в кроссовках. Так а есть же кто-то в сапогах, сейчас найдем. Да нет у него друзей. Не только ничего, Лера. Я поеду, ну блин. Так давай размотаем сразу, да и все. Да все есть, хотят. Так куда ты размотаешь сразу? Туда, давай, сразу за ту машину сцепляемся. Давай. Бери трос, вон, бери. Поехали. Справкой. 100 баксов в день, говорит, на кордон можно на Ниве, может в аренду сдать. Полный бак. С полной поддержкой. Я тебя заправляю полностью до горловины. Бензина, масло до горловины. Масло до горловины, понял? А еды полный багаж? Я, как у нас так по-другому? Открываешь и до горловины заправляешь. И в моторе ж так? Ну, в моторе можно до щупа там. Тут сказали, что пожалело. Ребятки, вы понимаете, почему у меня хорошее настроение? У меня 5 дней не было настроения, куда приехали, не все знаю, и настроение потяло. Во-первых, я иди дальше проехал, да? Да, конечно, ты я его... Наборка, вот там да, да, ты выиграл, елки-палки. Друзья, посмотрите, как Валера врет вам этот самый. Да, конечно, врет. Валера правду говорит. Валера, у тебя самая лучшая машина, дашь на кордон съездить? Да. Спасибо. 100 долларов в день. Ну давай по 36. А почему по 36? 36, температура тела человека. Давай по 36, но 2053. Ну давай, ладно. А сейчас по 100. Поеду на своей, значит. Ты уже, наверное, не поедешь. На голубой. Она уже не заводится что-то. Да, хорошо так он заехал, да? Хорошо. Пилот уже не такой быстрый, как был раньше. Пилот уже, конечно. Не тор. Да, конечно. Я помню, когда я его первый раз увидел, знаешь, какой он был шустрый? 67 килограмм весил. О, да. Сейчас 128 как арочное колесо, да? А не, арочное больше, ну, неважно. Опа, вот он серьезный, самый-самый. Давай, отойдем чуть-чуть. Наплакал? Вот он серьезный. Да-да, один джипер остался. Валера, ты хоть приезжай хоть раз в 2 месяца, елки-палки, хоть есть кого снимать. То стояли в этой луже 3 дня тут. Ай, в бородача колею пошел. Назад, назад! Офигеть вообще! Назад!
еще сильнее. А сейчас коксу, сейчас зайдет сильнее, смотри. Ёханый бабай, да посмотри, какая артикуляция. Подожди, не мешай. Блин, вот это надо менять траекторию. Красавчик просто, просто порвал бородача в хлам. Нива четко. Сука. Так что тебе трошки? Что? Валер. Руслан, ну быстро тебе зубал в камеру. Руслан, куда он олеет? Я уже смотрел, я не усп... ты не успел. Нет. Подожди, Валера едет там. Валера, блин. Кепка нравится моя, да? Ну дайте сориентироваться. Ты как близнецы. Валер, назад дай, назад! Ровно руль поставь! Ровно руль! Трансляция не идет? Не, я выключу. Подключайся на мою. Красавчик, ё-моё! Вот это нормально сверлит. Вот так вот, вот так. Чуть не проехал. Сейчас, сейчас, подожди. Ну шел красиво. Шел красиво. Я уже сидел. Ну шел красиво вообще, блин. А задняя стоит? А, нету задней? Да, была бы задняя, а то проехал бы. Да. Все, Павло. Павло домой поехал или что? Павло поехал. Замыленный протектор, видите, что такое? Замыленный протектор. Просто на ровном месте. Обороты низкие. Две раздатки у Павла тоже, как у меня на Мегавазе. У него 66-я. Блин, испачкал крюк Валера, елки-палки. Да. Садись. Легко и красиво. Нормально едет. Оп!